Друг ты мой старинный, панда не выполнит своего предназначения, а ты своего, пока не расстанешься с иллюзией, будто все в этом мире зависит от тебя. С иллюзией? Да. Взгляни на это дерево, Шифу. Я не заставлю его цвести, когда мне будет угодно, или принести плоды раньше срока. Но кое-что от нас зависит. Я захотел, и этот плод упал. И от меня зависит. Где посадить семя? Я! И это вовсе не иллюзия, мастер. Да, но что бы ты ни делал, из этого семени вырастет персиковое дерево. Ты можешь хотеть, чтобы выросло яблоня, но вырастет персиковое. Персиковое дерево способно победить Тайлунга? Может, и способно, если ты пожелаешь направить его, взрастить, поверить в него. Но как? Как? Мне нужна ваша помощь, мастер. Нет, ты должен просто верить. Пообещай мне, Шифу. Пообещай, что ты поверишь. Я обещаю. И как же Шифу сделать из меня воина-дракона? Я на ребят из пятерки не похож. У меня нет ни когтей, ни яда, ни крыльев. Даже у богомола есть свои примочки. Может, стоит все бросить и снова заняться лапшой? Бросить, не бросить. Лапша, не лапша. Тебя слишком занимает, что было, и то, что будет. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим.